Более 100 председателей советов многоквартирных домов, жилищных активистов и общественников из 6 городских округов Московской области собрал 3-й межмуниципальный форум «Управдом». Он прошел в усадьбе Гребнева. Цель нашего такого нового формата межмуниципальных кустовых форумов «Управдом», которые предложила нам вице-губернатор Московской области Мария Николаевна Нагорная, конечно, в консолидации, в объединении жилищных активистов и в формировании конструктивного диалога между населением и властью, а также обсуждение самых основных проблем в сфере ЖКХ. Впервые форум «Управдом» прошел в Московской области в 2014 году. Тогда губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею создания в Подмосковье ассоциации председателей советов многоквартирных домов, которая сейчас насчитывает более 2500 членов. Представители администрации городского округа Щелково поделились успешными примерами взаимодействия жителей и управляющих компаний в решении самых разных проблем, например, оперативного устранения технологических сбоев на территориях. Отдельное внимание мы уделяем оцифровке, контролю и информированию, и постоянной коммуникации и четкой обратной связи. Решать вопросы жителей даже быстрее, чем быстрее добродела соцсетей и других источников, позволяет мессенджеры. Мы получаем сигналы от жителей в общедомовых чатах и территориальных чатах. Через них мы доводим важную информацию, в том числе о технологических сбоях, отключениях. В каждом подъезде размещены листовки с номерами телефонов и QR-кодами на социальные сети главы. Номер ситуационного центра напрямую подключен к муниципальному центру управления регионом, где сотрудники принимают и обрабатывают обращения. В рамках форума председатели советов многоквартирных домов задали вопросы представителям профильных учреждений и организаций. В частности, речь шла о подготовке жилого фонда к зиме. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.